Сегодня в Чебоксарах стартовал отопительный сезон. Правда, пока только для социальных объектов. Тепло дали в детские сады, школы и больницы. Где батареи потеплели, а кому еще придется подождать, выясняла наша съемочная группа. В Чебоксарской школе номер 47 тепло дали сегодня утром. Сейчас тут плюс 19 градусов. Батареи горячие. Дети одеты по-разному. Кто-то совсем легко, а кто-то по привычке в теплой одежде. В наших кабинетах в школе было очень холодно. Когда дали отопление, стало тепло, мы все рады. Теперь мы не ходим в шарфах и в куртках. Готовиться к отопительному сезону в Чебоксарской школе номер 47 начали еще с весны. Установили автоматизированную систему учета тепловой энергии, покрасили трубы. Автоматизированная система учета, она позволяет в межсезонье, конечно, экономить учет тепла. Она, я думаю, мы впервые в этом году используем ее, и я думаю, что она автоматически будет подавать тепло в зависимости от того, какая температура на улице, и создаст нам комфортные условия для обучения в классах. Пускать тепло в соцучреждении, когда становится холодно, а не когда уже все замерзли, начали во многих городах России. Эту инициативу поддерживают и в нашей республике. Всего у нас, значит, подготовлено 123 детских сада и 61 школа. То есть все 100% учреждений к 15 сентября были готовы. Поэтому, значит, сегодня с утра мы начали осуществлять пуск тепла. На 11 часов у нас было запущено уже 50 учреждений. В целом по республике подготовка к подключению отопления идет в плановом режиме. До выходных в Чебоксарах тепло должно появиться и в жилых домах. Олеся Русакова, Александр Петров, Республика.